С пятого этажа на улицу спуститься решила через балкон. На такой рискованный маневр поздним вечером накануне отважилась девушка в Заволжском районе. На карнизе ее и заметили прохожие, быстро вызвали МЧС. На место оперативно прибыли спасатели специализированной пожарно-спасательной части. Девушке помогли спуститься вниз по автолестнице. По предварительным данным, она оказалась запертой в квартире и решила выйти на улицу, спустившись по балконам. Обстоятельства происшествия выясняются.